Жители Кинешмы придумали бомбу. В четверг утром в местное отделение полиции поступил анонимный звонок о том, что здание бывшей кинешемской алмазной фабрики заминировано. На месте немедленно был создан оперативный штаб из полицейских, сотрудников прокуратуры и администрации. Из здания фабрики, где в настоящее время располагается только частное охранное предприятие, эвакуировали людей. Близлежащую территорию оцепили. Однако служебная собака, обследовавшая предположительно заминированное здание, взрывного устройства не обнаружила. Ведется проверка по факту ложного сообщения.